Сегодня годовщина аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Техногенная катастрофа произошла 8 лет назад. В результате разрушения второго гидроагрегата вода хлынула в машинный зал. Все оборудование станции полностью вышло из строя. Погибли 75 человек. На этом кладбище многолюдно не только в родительский день, но и в годовщину трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС 17 августа. Слесари, инженеры, электрики, 75 жизней. На памятниках у всех разные даты рождения и одинаковые смерти. Практически все родственники отказываются говорить, эмоции до сих пор переполняют. Сыну Николая Алимова, Валентину, в момент гибели было 38. Жалко. Ребят хорошие все были, да? Ну что сделаешь? Вот хорошо, хоть здесь эту церковь поставили, да, убирают все это. Дружно как-то все, понимаете, ходят. И все же время лечит. Большинство молодых вдов вновь вышли замуж. Растут дети, поступают в вузы. Государство и Русгидро, как и было обещано, дают им возможность учиться на бюджетных местах. Те обязательства, которые брало Русгидро по поводу детей погибших, будет сохраняться до конца, до их совершеннолетия. Льготные основания на поступление в вузы. Вузы они сами выбирают куда. Начиная от нашего, который в Черемушках, и по всей России. Сегодня в храме-часовне прошла полноценная литургия. Ее возглавил архиепископ Иоаннафан. На поминальной службе присутствовали родственники погибших, высокие гости. А затем возле памятника жертвам катастрофы прошла панихида. Я, владыка, слышал ваши слова сейчас. Не надо озлобляться. Я не озлобление. Я всего лишь от той памяти, которая называется профессиональной. Она должна быть вечной теперь, чтобы больше не случилось такой трагедии. Владыка Иоаннафан подчеркнул важность того, что нормальная работа станции восстановлена, а дело церкви и верующих – молиться о погибших и о том, чтобы таких катастроф больше не происходило. Ище молимся о покоении душ усопших рабов Божиих, всех здепогребенных, и всех бедствий ныне сей погибших православных христиан. Завершилась поминальная служба возложением цветов к памятнику погибшим гидроэнергетикам.